Для полного погружения в атмосферу игры мы подготовили для вас сюжетные линии. От вашего выбора будут зависеть игровые квесты, навыки и бонусы для вашего персонажа. Отлично! Перейдем к созданию персонажа. Слева у вас есть выбор пола. Ваше имя и фамилия, также возраст. Справа очень простая и удобная кастомизация персонажа. Также вы можете сгенерировать внешность случайным образом. Для этого есть специальная кнопка. Ого! Крутая внешность получилась! Справа сверху есть информация о твоих первых шагах и заданиях. Также все главные квестовые персонажи помечены на мини-карте. Я скоро вернусь. Не скучай! Постараемся не скучать, и я приветствую вас всех на канале Erzone Game. Сегодня у нас будет обзор интересного, на мой взгляд, проекта, который называется Onyx. Ну и как вы уже, наверное, могли заметить, над вступительной заставкой и началом нашего путешествия на этом проекте авторы потрудились на славу. Все сделано очень красиво, ярко, пестро, ну и, в общем-то, приятно заходить на этот проект. Ну и давайте потихонечку будем двигаться, следуя указаниям, которые здесь есть. И нас, конечно же, встречает бот. Как вы можете заметить, что сделано все симпатично. Стоят вокруг антуражные боты, которые бездействуют, они просто как макеты стоят. И один действующий бот, с которым вот мы сейчас входим в диалог. Ну, читать не будем, в принципе, это все достаточно стандартно. По той простой причине, что на многих проектах можно так вот зайти, и вас будет встречать бот, который будет вас водить по проекту. Сделано и здесь точно так же. В общем-то, сделано красиво, но только хочется сказать, что эта тема, я бы сказал, наверное, уже немножко подзаезженная. Он гоняет нас к одному боту, к другому, потом просит пойти купить телефон, потом просит сделать карту, документы, ну и тому подобное. В общем-то, сейчас я вам покажу, как это выглядит, но очень долго на этом заострять внимание не будем. Хотя надо сказать, что вот эта вот начальная повествовательная линейка квестов достаточно долгая. Такая кропотливая. Он предлагает нам сделать практически все. И вот следующим идет одно из заданий. То есть телефон вам дается здесь с самого начала, а вот симку надо купить. Идем за симкой. Магазин выполнен красиво, но есть претензии к менюшке этого магазина. Посмотрите, огромное пространство ничем не задействовано. А сама менюшка, вот товар, который представлен, мелкий. Вот на недавнем обзоре я показывал, да, вот смотрите, вот так вот сделано на том проекте. Меню магазина, да? И вот то, что мы видим здесь. Ну, зачем вы жадничаете? Да, красивая, динамичная такая менюшечка, но все очень и очень мелко. Для чего вы экономите место? Вот мне непонятно. Вот здесь все красиво и на весь экран. А заходим в меню, например, даже в меню персонажа, да, вот опять, смотрите, сколько свободного места. Чего вы экономите место? Я не понимаю. Зачем делать такую мелкоту? Ну, вот бог его знает. Ну и, в общем-то, ладно, оставим это на совести разработчиков. Сделали так, значит, сделали так. Следуем дальше. Дальше у нас City Hall или мэрия. Ну, выполнена мэрия достаточно красиво, но тут мне понравилось даже не столько оформление, как оформление самой ID-карты, которая нужна для дальнейшего трудоустройства. А понравилось мне даже не то, что там надо заполнять какие-то свое имя или тому подобное, а подпись. Примерно такой же я показывал на предыдущем своем обзоре. Вы точно так же здесь пишете свою рукописную подпись, которая и останется с вами навсегда. В общем-то, ее уже поменять будет нельзя. Вот как распишетесь, так и распишетесь. Так она и будет у вас в дальнейшем светиться в вашей карточке. И когда вы будете ее предъявлять, будет выглядеть это вот таким вот образом. И вот здесь, кстати, сделали абсолютно не мелко. Подпись очень и очень крупная. Ну ладно, движемся дальше. И дальше у нас первое рабочее занятие, которое находится недалеко от мэрии. И это строительная площадка. Вообще, о рабочих занятиях на этом проекте есть что сказать. Здесь подошли к этому занятию, вообще ко всем занятиям вот этим рабочим, как-то очень интересно. Ну вот об этом мы сейчас и поговорим. Начать хотелось бы с того, что вы можете заметить, есть точка аренды транспорта. И такая точка аренды транспорта есть здесь на каждой ключевой точке. То есть, будь то рабочее занятие, или какая-то там полиция, медицинская помощь, или еще что-нибудь, везде будет стоять точка аренды транспорта. И это, я считаю, огромный плюс.
Ну и переходим к оформлению рабочего занятия. Ну, выполнено все очень красиво, единственное, что опять мелко. И посмотрите, сколько здесь подразделов этого рабочего занятия. А мы находимся только всего лишь на строительной площадке. Здесь как минимум 5 профессий. Ну, может быть, не профессий, но занятий. А мы это все посмотрим, как выполнено, и коснемся, ну, как можно больше. Конечно же, прокачивать все не хочется, но что-то мы все равно посмотрим. Также, наверное, должен сказать, что последующее открытие последующих профессий, ну или рабочих занятий на этой точке не зависит от общего уровня. То есть вы можете стоять в АФК и ничего вам тогда не откроется. Нужно прокачивать последовательно одну за другой вот эти вот занятия. Ну а выглядит это все вот таким вот образом. Подобное я уже встречал, но выполнено было все не так красиво, как здесь. Не знаю, наверное, отношение у каждого будет свое к этому. Ну, как минимум, это сделано необычно и красиво. И вот, кстати, поначалу даже очень и очень непривычно. Понять, как работает эта механика, тоже достаточно сложно, потому что вам надо захватить молоточек курсором, но курсор все время соскакивает. Все время молоток надо перехватывать курсором. Но со временем начинаете понимать, как это работает, и уже гвоздики заколачиваются, ну, не с двух ударов, но с трех ударов у меня получалось их заколачивать. Количество гвоздей тоже все время выпадает рандомно. Ну, а примерно такое же можно увидеть на том же проекте «Радмир». Вот по этой ссылочке можете посмотреть. Там тоже сделано примерно так же, но оформление там, конечно, не такое красивое, как здесь. Ну, а отношение к такому занятию, я думаю, наверное, будет у каждого свое. Не могу сказать, что я поклонник подобного решения, но и не могу сказать, что мне это не понравилось. Мне больше нравится, когда, например, те же строительные профессии заменяются какой-то красивой анимацией. И я, как игрок, сижу, отдыхаю, расслабляюсь, получаю удовольствие и наблюдаю за какой-то красивой анимацией моего персонажа. Персонаж работает, я отдыхаю. Здесь же все-таки нет. Мне приходится делать какие-то манипуляции. Надо сказать, что манипуляции вообще не сложные. Я не покидаю зону комфорта, у меня руки лежат на месте, все делается только мышкой. Мы вот, как в данном случае, например, я мышкой сложил 4 стороны коробки и потом перетащил скотч, заклеил, все. В общем-то, я сижу, отдыхаю, но это все равно рано или поздно надоедает. Но в плюс этой работе могу сказать, что открываются профессии, и вы это можете видеть, я вам показываю уже вот третье, да, занятие или профессия, не знаю уж, как это охарактеризовать. Они открываются очень быстро. Я даже не успевал просто насладиться или понять вообще механику, а мне уже открывается следующее. Перехожу на следующее, не могу еще разобраться в ней, а мне уже открывается следующее. То есть прокачка идет очень быстро, вы просто не успеваете даже, в принципе, устать от того, что вы видите. Это тоже, я считаю, огромный плюс. Если брать, например, тот же проект Majestic, где на строительной площадке есть несколько профессий, там инженер, по-моему, монтажник, но вы хрен когда докачаетесь до этого, то здесь нет, здесь не жадничают, здесь профессии эти открываются очень быстро. Вот я уже докачался, в общем-то, до профессии сварщика. Она, по-моему, то ли последняя, то ли предпоследняя, сейчас врать не буду. Ну, вот она-то мне не понравилась. Во-первых, она немножко подлагивает, но тут есть еще такие занятия, которые подлагивают. И, во-вторых, выглядит это, ну, совсем не как-то, ну, некрасиво, что ли. Вот этот вот дурацкий огонечек из сопла, ну, не антуражно, вот я бы сказал. Вот это мне не понравилось. Зато мне очень понравилось работать дрелью. Я так даже натыркался и очень быстро просверливал эти дырочки. А вот работа сварщика, на мой взгляд, ну, недостаточно красиво выполнено. И, повторюсь, они бывают подлагивают. Вообще, на проекте очень много всяких рабочих занятий. Но, к счастью или к сожалению, все они стилизованы вот в таком вот виде. Куда бы вы ни пошли, ну, естественно, что таксист, дальнобойщик, это не так выполнено. Там катаемся по точкам. Но все вот остальные рабочие занятия, они выполнены вот в таком вот виде. И я не знаю, как к этому относиться. Наверное, это все-таки на любителя. Вот еще одна профессия. Ну, профессия уборщика. Ну, или здесь клининговая компания. И вот, кстати, в отличие от всех тех профессий, которые я уже сейчас показал на строительной площадке, на нее, на единственную, кинута анимация на персонажа. Но она очень коротенькая. Он подходит делать буквально 3-4 движения рукой, типа он что-то там моет, и, как видите, замирает. Это одна из проблем вот этой вот работы, потому что, когда вы приходите, например, на строительную площадку, то в глаза бросается то, что много людей просто стоят.
Ну, а они, естественно, не стоят, они играют вот в эту мини-игру. Но так как анимации-то никакой нету, ощущение, что вот стоит мертвые люди какие-то, я не знаю, ну, шевеления никакого нету. Время от времени кто-то перебегает с одной точки на другую и опять стоит. То есть вот антуражности никакой вообще нету. Но это, естественно, выглядит со стороны так. Все заняты вот подобным действием. Ну, а вот эта вот работа мне не понравилась от слова совсем. Во-первых, она лаганая, она очень сильно лагает. И водить вот этой щеткой достаточно сложно, ну и очень долго. К тому же еще она и оплачивается очень мизерно, и с последующей степени прокачивания на этой работе нету. То есть вы приходите и занимаетесь вот этим. Но так как она не самая дорогостоящая, я бы даже сказал самая дешевая, то на эту работу вообще никто не ходит. Ну, ходит только для того, чтобы посмотреть, что это, и тут же уходит. Все тусуются на строительной площадке, потому что там заработная плата там по 30, 40, 50, 60 долларов, а на этой она фиксирована 30, и никуда вы уже не прокачаетесь. Ну, а как это выглядит, вы сейчас видите. Ну, мне вот это вот совсем не понравилось. Я посетил здесь все рабочие занятия, какие только смог. Может быть, что-то пропустил. Но сейчас я вот на стадии монтажа понимаю, что, наверное, нету смысла показывать все. Здесь есть и наркота, и сады, чего только нет. Действительно, рабочих занятий огромное количество. Но выполнены они все вот в такой же стилистике, как и, в общем-то, все. Вот это вот мини-игра. Да, иногда это очень красиво, вот как это, например, сбор апельсинов. Яркие оранжевые апельсины, зеленые листики. Но иногда это бывает и очень скучно. И под конец ты начинаешь понимать, что в принципе-то ты занимаешься одним и тем же. Не знаю, вот такое вот двоякое ощущение. В принципе, мне понравилось. Да, красиво сделано, выполнено красиво. Но вот стоит ли это того, чтобы показывать прямо все профессии, которые я здесь посмотрел? Не знаю. Вот не знаю. Есть, например, вот обрезка листьев, это все в том же саду. А есть точно такая же работа по обрезке анаши, естественно. Там просто другие зеленые веточки. Есть сбор анаши вместо апельсинов, блин, анаша. Ну, в общем-то, вот такие вот работы. Не знаю, вот, наверное, все показывать не буду. На, лежать, лохи. Нефиг за нами ездить. Ну и естественно, это же GTA 5, поэтому вот такое вот РП здесь происходит. Кстати, менты за ними не ездили, они стояли, разговаривали со мной. Они подъехали, просто расстреляли их. Ну это GTA и это РП в стиле GTA. Ну а мы переходим дальше. Следующая профессия таксиста. И здесь есть варианты возить как игроков, так и ботов. Открываем меню, и если нету заказов, то нажимаем случайный заказ. Случайный заказ обозначает, что где-то загорится маркер, и вам надо поехать и забрать туда. Ну, ни ботов, ни какой-то анимации посадки и высадки, как я показывал на одном из проектов, здесь нету. Мы просто подъезжаем на маркер, ну, в том случае, если вам дадут вообще до туда доехать, потому что, как я и говорил, здесь происходит РП в стиле GTA. Вот такие вот РПшники могут вам спокойно помешать поиграть. Но тем не менее, отвязываетесь от этих идиотцев. Вот такой вот маркер обозначает, что вы приехали, либо забрали пассажира, либо отвезли. Как я и сказал, ни анимаций, ни самих ботов нету. Ну и плавно переходим на следующее занятие, которое, по-моему, откроется у вас с третьего уровня. Это такая работа разводчика, наверное, так будем ее называть. Ну, как всегда, скорее всего, она называется дальнобойщик, но врать не буду, не помню. Сначала вам предоставляются вот такие вот микроавтобусы, и по степени прокачивания будут открываться все более и более вместительные машины и более лучшие заказы. Подъезжаем на любой из триггеров, которые вы видите. Идет таймер, обозначающий, видимо, погрузку. Но ни анимации, ни самого груза, ну, ничего нету. Просто идет таймер. Вот и все. Ждем, там, по-моему, 10 секунд и отправляемся. Наша задача подъехать на маркер, который, кстати, пропадает. И зайти в магазин, через взаимодействие с продавцом, отдать ему товар. Кстати, догадаться до этого достаточно сложно, потому что, ну, а как вот поймешь? Маркер пропал и пропал. И пропала, кстати, и сама машина. Но на проекте валяются вот такие вот машины, которыми можно пользоваться. Это как бы ничейные машины. На ней я и добрался. Как видите, моя машина оказалась, почему-то вот здесь, на набережной.
Она сама по себе сюда переместилась. Не знаю, исправили этот баг или нет. Ну, в общем, доставили груз, возвращаетесь обратно в порт и опять грузитесь. Вот, в общем-то, и вся нехитростная работа. Мне она понравилась не особо, скажу честно. Ну, а если говорить в целом о проекте, о том, что я здесь увидел, то у меня какие-то смешанные впечатления. С одной стороны, мне понравилось, как выполнена начальная заставка, ознакомление, вот эта вот очень скрупулезно выполненная линейка первоначальных квестов. Потом мы переходим плавно к оформлению документов, которые тоже вот с этой вот рукописной подписью. Есть интересные фишки. И одна из фишек — это вот рабочие занятия. Да, как я уже и сказал, наверное, у всех отношения к этому будут разные. Кому-то такое понравится, кому-то не понравится. Кто-то, может быть, любит вот такие яркие красочные оформления. Не знаю, как я и сказал, у меня тоже вот смутное какое-то осталось ощущение об этом. Вроде как и красиво, и интересно, не напряжено, а с другой стороны как-то и скучновато. Не знаю. Но в конце концов, пока я бегал и снимал ролик по этому проекту, все мое впечатление разбилось отношение игроков, населяющих этот проект. Много чего я не показал. Со мной случались и вот такие вот истории. Еще на первых минутах, когда я только зашел на строительную площадку и пытался что-то там разобраться, построй площадки на мопеде, гонял какой-то придурок и всех сбивал. Я написал администрации по этому поводу, но мой диалог с администрацией закрыли. Никто так и не появился. А придурок так и продолжал гонять и сбивать и остальных людей, не только меня. Он, в принципе, человек 5, наверное, позбивал и спокойненько уехал. Администрации на все насрать. Меня расстреляли возле банкомата. Вот это находится здание банка, и здесь же рядом стоят два банкомата. Сюда же все съезжаются, чтобы положить денежку. Здесь меня прямо возле банкомата расстреляли. Вот просто так. Как видите, вот такая вот история здесь происходит периодически. Ну и как вот оставаться объективным к проекту, когда здесь происходит вот такое вот, извините меня, говно, которое почему-то называют ролеплей? Да почему? Какой это ролеплей? Это не ролеплей. Я всегда в своих обзорах говорю, это к ролеплею никакого отношения не имеет. Ну и, конечно же, объективность падает, потому что из 6 часов, проведенных на проекте, 2 часа мне пришлось пробыть в больнице. Ну, из-за отношения игроков друг к другу и отношения администрации к такой вот ситуации. То есть, администрация на это смотрит сквозь пальцы. Ну, происходит это и происходит. Ну и что, пускай балуются, это же игра. Вот отсюда-то и складывается мое непонимание, почему эти проекты называют роли-плей. Роли кого здесь играют? Роли дебилов? Ну так тогда и назовите этот проект симулятор дебилоидов. Ну а при чем же здесь роли-плей? Но это сугубо мое мнение, и я вам его не навязываю. А наоборот, прошу вас, зайдите, поиграйте, получите удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.